И еще один, кстати, участник Олимпиады в Рио решил продать машину, подаренную ему за медаль на играх. Бронзовый призер в велоспорте на треке Денис Дмитриев написал в своем инстаграме, что одна машина у него уже есть. И подаренный BMW X3 ему попросту не нужен. У меня уже есть моя любимая машина BMW «Синий бегемот». Эта машина – результат моих спортивных достижений и упорных трудов. Не скрою, что пользоваться автомобилем мне приходится гораздо реже, чем моим неразлучным спутником-велосипедом. Да и то только тогда, когда я бываю в Москве. Спортсмен написал, что благодарен фонду поддержки олимпийцев России и уверен, что подаренный автомобиль будет достойно служить своему новому хозяину. Кстати, стоит эта машина 2 миллиона 600 тысяч рублей. Напомню, ранее одна из синхронисток также выставила на продажу свой BMW, правда, X6, который ей достался за золотую медаль в Рио. И вот сегодня Федерации синхронного плавания пообещали помочь жильем спортсменке, чтобы ей не пришлось отказываться от дорогого подарка.